Детский сад можно вести. Детский сад вторая жизнь. Достигнут лучше. Все, ладно, если что, вот здесь весь выбор. Переползаете, Саша. Все, я убежал из меня. К сожалению, да. Я к 6 часам приеду. Туда уже. Все, до встречи. Пусть здесь дверь закрывается. Закрываю. Еще не раз вода побежишь. Честно говоря, я не знаю, что делать. На твое усмотрение. Сейчас я включусь. Я просто очень давно болел и уже разучился фотографироваться. Да, не пропьешь, не рассказывайте мне что-то. Ну, сейчас я фотоаппарат возьму, я вспомню, как делается. Значит, смотри, здесь сделаем такую, ну, такой домашний такой образ, ну, да, у нас получается. Просто разминочку такую порастягивается. На диване. Можно использовать его длину, ширину. Я тоже, я отвыкла, сейчас не знаю, потому что я растеряла. Чуть-чуть, за первые 2 часа вспомним, а там дальше пойдем. Да, ну надеюсь. Так, я пока ты пока разминайся, я посмотрю, как тут холодно, поэтому, наверное, да, ложка походить. Нормально, растут. А я хвастался, да, что у меня 2? Да. Год отметили с небольшим. Такая Мария Александровна. Угу. Ух, с характером. Старший ее ловит, гонит, там, направляет, он такой, ух, крылья! Знаете, что гений отца у нас следствует именно девочек, не мальчик. Я был тоже очень тихий. Ребенка. Она такая боевая, вообще. Гоняет старшего. Так, а что это у нас тут? Информации нет. Как ты это все здорово умеешь? Я целый год занимался. За 2 месяца болезни. Все на кухне здоровье. Чем вы занимались? А, занимался? Я на роскошь. И после болезни я сейчас понимаю, что я отброшен на 2 года от того момента, когда начал заниматься. Все, что... А есть какой-то такой тай-май, да? Что? Тай-май или май-тай? А, май-тай? Да. Май-тай – это бокс тайский. Я вот передачу смотрела, что май-тай – самый вот удар, коленкой в поддых. Самый сильный стиль – это не май-тай. Да. Самый сильный стиль – это тот, из которого май-тай произошел. Это стиль вот этих вот телохранителей ног слона императора. Это древний стиль, который унаследовали тайцы от Древней Индии, когда Таиланд входил в состав Древней Бхараты. Это самая древняя из известных современных известных цивилизаций. Она существовала до Древнего Египта. Вот. И вот это как раз был стиль, основанный на Дхануруведе, на науке, так сказать, вот этого лука, Дханура. Вот. Там лук уже не сохранился, сохранился только рукопашный бой, только рукопашная подготовка вот этих вот древних индусских махаратх. Вот. И вот этот стиль, он очень узкий, им владеет несколько семей всего лишь. Но вот из него произошел в том числе и май-тай. Май-тай, он очень сильный стиль в современном мире, он на одном уровне с боксом, и с боевым самбо, и с вольной борьбой, то есть по уровню эффективности он на таком же уровне. Вот. То есть 3 стиля самых сильных вообще вот, в мировом спорте из боевых искусств – это бокс, это май-тай и вольная борьба. Они друг друга стоят по эффективности. Но вот этот стиль древний, я не помню, как он называется, он значительно превосходит их все по эффективности. Вот. Но, к сожалению, им владеет только очень узкий круг людей, всего несколько семейных кланов.
Зато все они входят в личную охрану императора Таиланда. Интересно, я пока съел. Я размялась, я готова. Да, то что? Готова. А я уже готов. Я тоже размялся. Так, только подожди. Мне нужно смоделировать свет, немножко учесть особенности электронного освещения. Ты знаешь, у кого увидела? Не везде сейчас не помню. Нетушированные, это вот у... Это Влад, то, что тебя снимал, он не ретушировал. И Сергей Скоков тебя не ретушировал. Да? Я тебя... Сергей кто? Скоков. Ну, это в Краснодаре. А-а-а. Я тебя всегда... У меня только ретушированные полностью. Я тебя не ретушированную ни разу не выкладывал. Кто-то постарался, может. Там просто от моего имени... могли быть выложены фотографии Влада. Потому что, ну, моим именем пользуются все, кому не лень. Ой, ну я тебя только ретушировал, у меня все очень аккуратно отретушировано, все прям вообще. Я помню, я так парился с твоими ногами, особенно с моделировкой ногтей, когда у тебя там лак сошел еще с этого. Я там перерисовывал тебе пальцы, но я все равно это старался сделать очень аккуратно. Да, я помню. Попробуй носик чуть сюда сделать. Ага. Ксюшенька, давай, значит, смотри. У нас свет. Сейчас, секунду. Вот он зажег. Солнышко светит сквозь какую-то дистанцию на ней. Ну, чтобы не долго, тебе.